Это наш второй трек, Юр. Первый. Не, ну тот первый же. Это второй. Первый не клип. Не, ну тот же ты сделаешь. Это под тот минус, а это под этот. А, нет. Сейчас мы доедем, будешь снимать. Подожди. На воду туда наведи. Что, мы еще козык? Да. Это тут промыслы. За тебя спрашивают. На победе. Порошенко. Лицемер. Вокруг него была толпа людей. Грановский, Жибрьевский, Плотницкий. Лицемер. Порошенко. Розенблант. Гройсман. Лицемер. Грановский, Жибрьевский, Плотницкий. Будем что-то решать. Порошенко. Кланялся возле мемориала Небесной Сотни на Майдане. Вокруг него была толпа людей. И один из семьи погибших на Майдане, отец погибшего, говорил ему о том, что они дали этим героям погибшим ордена Небесной Сотни. И он сказал о таком сравнении: дайте Ленину посмертно орден Ленина. И вся толпа кричала: Порошенко, ганьба, 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 ганьба. Ну а он развернулся и ушел. Дайте Ленину посмертно орден Ленина. Гройсман. Старец. Развернулся и ушел. Они берут наперстки, ложат в эти наперстки закон. И давай там. Его принимать. И потом на выходе. Принимается обман, пустое место. Олигархи — это часть системы, понимаешь? Их нужно убрать из системы. Они олигархи, потому что они занимают большую часть этой системы. И они эту систему делают под себя. А нужно сделать систему под людей, а олигархов вообще убрать как класс, как часть системы, понимаешь? Да. Все эти регулировки, именно, которые являются возможностью их существования в этой системе. Вот, именно переписать программу. Это Элизиум. Нужно переписать этот код, перезапустить систему. Они просто посадили своих людей на поток. Дуяных. Этот пришел, обвалил курс, посадя своих. И все, сделал людей нищими и продолжает воевать. И на ура патриотической риторике выезжает. Что, типа, он самый главный. Самый главный патриот страны, ну что, просто пипец вообще, изо всех сил рвется уладить конфликт, и, блин, ну что-то никак не получается. Нам где потише, тише, там где натягивая, слышен всего лишь треск шишек. Бабу хикал, отойди, даю задачу, ох, на пасан, поглощает ганж. И если на парадном вяжен, что это твое, не вздумай признаваться даже. И если Кент оказался ублюдок, запомни, дядя, месть — это холодное блюдо. На английском под этот минут.